Одесса! Нет живого места! Мам! Одесса! Сносить умение! Сносить все подряд! Сносить быстрее! Сносить умение! Сносить все подряд! Караоке предлагаю открыть здание на Тульской площади. Дорогие, проверю! Остановились в этом. У нас гости не двигаются. А вот новая религия, которая будет называться торговоцентром. Свидетели торговых центров. Давайте подумаем об этом. И хочу дать слово другому молодому поколению. Это уже серьезно. Как-то смеяться не на чем. Культуры, без культурного крыла у этого города никакого будущего нет. Никакая реновация мертвых заводов невозможна. Никакие мечты о том, что сейчас воскреснет ЧМП, невозможны. Это нереальны. Насыщение этого всего сезонным туристам на 2 месяца неэффективно. Я считаю... Долой художественный музей! Я считаю, что Макдональдсом отлично будет смотреться. Во-первых, без флаг. Я считаю, что все неправильно. Надо сносить не совсем это здание, надо сносить все от Старопортофранковской, ну и Пантелеймоновской. Все, что внутри находится, все к чертовой матери. Потому что это все пережитки прошлого, это никому не надо. Надо построить, закатать все асфальтом к чертовой матери. И на этом месте еще, самое главное, чтобы были эти машинки с кофе и новострои из бетона. Все.